И вот, ребята, обратите внимание, вот таким вот образом прогорают наши фруктовые дровишки, да, и совсем рядом на второй половине мангала у нас стоит и томится наш шашлычок. Непосредственно, конечно, именно свинина. Обратите внимание, какой цвет. Вот она равномерно, нежненько подрумянивается. Видите? Ну, переворачивать шампура, то бишь надо выбрать такую медиум прожарку, да? И часто переворачивать не нужно. Почему? Потому что мясо, оно тоже постепенно, температура нарастает, оно нагревается, и за счет этого идет прожарка внутрь самого куска мяса. Поэтому я считаю, что вот надо с определенной периодичностью, но все-таки это должно быть выдержано. У меня, я переворачиваю шашлык, ну, приблизительно с периодичностью 8-10 минут. Вот так вот. Ну и по чуть-чуть, конечно, как только огонь пропадет и все дровишки перегорят, я чуть-чуть их смещаю ближе туда, как бы повышаю температуру. Ну, это для того, чтобы процесс происходил, ну, максимально быстрее. Вот так вот. Ну, это сегодня у нас видео относительно прожарки. Секретиков таких. Вот так вот. Ну, что касается маринада, мы поговорим об этом, конечно, отдельно еще потом вернемся. Ну и помимо этого всего, у нас есть на канале, подписывайтесь обязательно. У нас есть видео и про маринад, и про рыбу, и про курицу. Ну, довольно-таки много всего интересного. И подписчики нам очень сильно нужны. Каждый из вас для нас друг и очень важен. Поэтому не стесняемся, ребятки, подписываемся. Да? Ну, процесс идет. Двигаемся дальше.